Сегодня мы будем менять такой модуль в сборе: экран, стекло на LG D802. Такая вот новая модель. Сзади она у нас включается. Вот видите, стекло рабочее, но сломанное. Забираем телефон. Таким образом снимаем заднюю панель, не оставляя следов. С другой стороны. Снимаем крышку. Слот сим-карты. Раскручиваем заднюю антенна. Снимаем верхнюю панель. Шлейф камеры, датчика. Задняя камера. Батарея. Кабели антенны. Еще один шлейф. Достаточно сложный телефон. Снимаем камеру. Она у нас на скотче. Виброзвонок также крепится. Далее здесь у нас находится датчик, камера передняя,
Соединяем. Динамик снимаем. Батарейку таким образом. Аккуратно снимайте, дабы не порвать обшивку. Довольно крепко сидит. Сняли батарею. Далее снимаем нижнюю подложку антенны. Также прикреплена скотчем. Болтов здесь нету. Микрофон. Еще одна небольшая направляющая антенна, я так подозреваю, это Wi-Fi. Или Bluetooth. Новый экран у нас идет в такой сборке, целый модуль уже со скотчем. Он немного дороже одного экрана со стеклом, но тем не менее ставить удобнее, с рамкой новой. Вставляем в обратном порядке. Динамик в паз. Датчик камера. Датчик движения. Виброзвонок. Камера задняя. Далее вставляем плату. Покажу поближе, чтобы было видно.
села. Достегиваем шлейф. Забыли вставить микрофон. Так. Вставили микрофон. Со старого экрана нужно снять вот такой вот защитный пластик. Переклеим его. Ставим батарею. Внимательно с разъемами. Не забудьте какой-нибудь из них под платой. Камера, батарея, датчик. Установили шлейф, далее вставляем кабеля на свое место. Поставили. Давайте проверим наш экран. Кнопка включения. Экран включился. Далее ставим верхнюю панель. Нижнюю панель с антенной. С болтиками здесь попроще, они все практически одинаковые, за исключением вот этого одного черного, который закручивается в верхнюю панель, вот в это место. Все остальные одинаковые. Стекло работает, эти проверим кнопки, все работает прекрасно. Собираем LG. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Кому видео понравилось. Слот сим-карты. Все, собираем болты. Ставим крышку верхнюю. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. До новых встреч.